утро. Сегодня 9 октября 2018 года. Я пошла в школу. И я обрядилась так исключительно потому, что я надевала какое-то платье, и мне сказали, ой, его надо бы с сапогами, с летними. Есть у нас летние сапоги, сейчас мы их найдем. Вот такие у меня замечательные сапоги по принципу римлянок, но они на каблуке. Вот такие вот высокие. И я их надевала, может быть, разочек максимум два. Спасибо, что напомнили, сапоги летние тоже надо носить. И вот я их нашла и сначала подобрала под них штанишки. Там у нас все пестренькое, тут у нас все пестренькое. А потом порылась и нашла вот такую рубашечку. Зачем-то надела под нее майку такую теплую. Думала, что она у меня тут будет раскрытая. Забыла, думала, может, на узел завяжу тут какую-то развяжку. Но уже снимать не стала, уже пусть, раз так мы решили обрядиться, значит, так оно и должно быть. Вот такой вот замечательный образ у нас получился. Просто прелесть какая-то. Спасибо, пожалуйста, за подсказки, потому что эти сапоги у меня стояли там в углу, наверху, далеко. Мне их даже и не видно. Я, может, еще разочек в них схожу. Они такие шикарные у нас сапоги. Вот на этой неделе в эту школу схожу, а потом еще, может быть, и в другую. Подберу другую рубашку и пойду. Из украшений у нас есть вот такое замечательное ожерелье, тоже маленький вырезик остается, и надо чего-то вот крошечное. Вот я нашла такие крошечные фианитики, они великолепно блестят и будут прямо как тут и были. Сейчас я, наверное, на глазки еще синенького, темненького подброшу, потому что, чтобы поярче было. И, наверное, помаду поменяю на бордовенькую. Потому что сначала делаю макияж, а потом иду выбирать, что же я хочу. Захотелось мне вот эту черепашку с черепашонком. Вот там у нас черепашонок сидит такой замечательный. И я думаю, о, у меня такой спортивно-игривый наряд. Дай-ка я чего-нибудь вот игривого и придумаю. Но здесь все равно солидное колечко из лаписа, из лазурита с прожилками золотыми. Мы его сюда нацепили, и из ароматов у нас Дианочкин подарок «Кристальная ночь», наверное. «Кристальная ночь», «Crystal Nour» или чего-то, с французским у нас никак. Ее любимые ароматы. Солнце, ты мне позвони, я тебе в скайпе написала, позвони мне, а ты мне чего-то не звонишь. Передаю вот отсюда привет. Спасибо всем, кто на меня смотрит. Я по вашей просьбе эти ролики записываю и уже втянулась. Я так думаю, что, наверное, я бы столько и одежды не покупала, если бы мне не нужно было вам наряд дня показывать. Штанишки вот эти из новых покупок. Я их купила летом перед школой где-то. Вот пошли мы первый раз в новых штанишках. Спасибо большое. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Самый лучший, девочки. Веселимся. Всего доброго. Пока-пока.